В маркетингово-выставочном комплексе градообразующего предприятия прошло награждение хоккеистов. Сборная производственного объединения «Старт» завоевала малый кубок во всероссийском турнире по хоккею среди любительских команд. Заводчане хоть и взяли в руки клюшки не так давно, но уже могут похвалиться серьезным успехом. 2011 год. В городе стал возрождаться хоккей. И мы говорим, ну как же так? Всегда на заводе были хорошие команды хоккейные. В 70-е годы команда 8-го цеха, команда 9-го цеха. Они сдавали Тон, Ряшин играл, там, другие ребята, Однобоков. Но давай возрождать хоккей. Мы должны быть лидерами. И это получилось. Огромное вам спасибо за то, что вообще подняли честь предприятия на такой уровень. С победой! Вы молодцы! Финальный этап 11-го всероссийского турнира по хоккею среди любительских команд проходил в Сочи. В течение 12 дней на 5 аренах Олимпийского парка спортсмены сражались за звание лучшей команды. Сборная производственного объединения «Старт», представляющая Пензенскую область, стала обладателем малого кубка в дивизионе «Лига мечты». Кубок, хоть и называется маленький, я представляю, сколько пролито пота и крови, сколько времени вы провели на площадке, в тренажерных залах. Сказать вам спасибо за эту игру. О значимости завоеванного трофея говорит статистика турнира. В сезоне ночной хоккейной лиги смогли принять участие 21 467 игроков из 1151 сборной, что является рекордным показателем за всю историю мероприятия. На лед вышли 168 команд из 75 регионов России. Все они – победители областных турниров. Игры финала прошли в 7 дивизионах, разбитых по возрастному принципу и уровню спортивной подготовки. В решающей игре турнира зареченцы встречались с хозяевами площадки – командой «Большой» из Сочи. Наша команда выстояла под натиском соперника и одержала победу со счетом 2-1. Я действительно горд вами всеми, потому что лиха беда начала. Директор сказал, Сергей отметил, и никто не думал, что разобьется хоккей до таких высот. Финал турнира принес заводским хоккеистам и личные награды. Лучшим снайпером и бомбардиром стал Максим Юрков. Лучшим ассистентом был признан Артем Спиренков. Лучшим тренером Андрей Табаченков. За высокие спортивные достижения все участники хоккейной сборной производственного объединения «Старт» были отмечены дипломами и медалями с подписями двукратных олимпийских чемпионов Алексея Касатонова и Александра Якушева и благодарственными письмами министра спорта Пензенской области. Наталья Елистратова, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный».